Сегодня у нас на дегустации томское пиво «Трое в лодке». Алкоголь 4,9. Как тебе оно? Как тебе оно? Пиво. Игорек не скажет, потому что он не пил. Саня, как тебе пиво «Трое в лодке»? Не пробовал. Никто не пробовал, зато я сейчас попробую. Ну, вот, снимай меня. Идеальная просто вот дегустации момент. Давай. Пробовать. Я снимаю нахуй. Меня видно? Да, тебя видно и Саню видно тоже. А Эрочка отошла даже, чтобы... Пиво, в принципе, достойное. С первых глотков понятно. Алкоголизации не чувствуется такой. Сильный, спиртовой, хороший пиво. Ты просто много не выпил. Все. Камера трясется. Ну, глибана, руки трясутся. Ты же хирургом хотел стать. Конечно, хотел. А ну, как бы ты людей резал? Поперек. Ты ёбри.